Держи, держи. Итак, представление участников весовых категорий до 69 килограммов, до 77 килограммов, до 85 килограммов, до 94 килограммов и свыше 94 килограммов. Весовая категория до 69 килограммов. Участник под номером 1 Кабанов Вячеслав, юность Москвы. Участник под номером 2 Гурбин Григорий, юность Москвы. Участник под номером 3 Никифоров Сергей, ЦСКА. Участник под номером 4 Максимов Денис, юность Москвы. И участник под номером 5 Чистяков Семен, юность Москвы. Весовая категория до 77 килограммов. Участник под номером 6 Жижикин Максим, ЦСКА. Весовая категория до 85 килограммов. Участник под номером 7 Гращенков Егор, МГФСО. Весовая категория до 94 килограммов. Участник под номером 8 Бабнев Данил, юность Москвы. Весовая категория... и вне конкурса Бабаян Артур, Струнино Динамо. Представление судей. Центральный судья Владимир Смусев, международная категория. Боковой судья Амир Бегимов, международная категория. И боковой судья Лев Иванов, международная категория. Представление участников и судей окончено. Просьба увести в разминочный зал. Вес защита. Для следующего подхода спортсмен заявляет 25 килограммов. Установить 25 килограммов. Вес готов. На помост приглашается участник под номером 7 Гращенков Егор. Вес защита. Для заключительного подхода спортсмен заявляет 30 килограммов. Установить 30 килограммов. К этому весу первым подойдет участник под номером 1 Кабанов Вячеслав. Вес готов. Для первого подхода на помост приглашается участник под номером 1 Кабанов Вячеслав. Защита. Для второго подхода спортсмен заявляет 35 килограммов. Для заключительного подхода на помост приглашается участник под номером 7 Гращенков Егор. Подъем неудачный. Спортсмен заканчивает рывок с результатом 25 килограммов. Установить 33 килограмма. Вес готов. Для первого подхода на помост приглашается участник под номером 2 Гурбин Григорий. Вес защита. Вес готов. На помост для второго подхода приглашается участник под номером 1 Кабанов Вячеслав. Вес защита. Для заключительного подхода спортсмен заявляет 38 килограмм. Установить 37 килограмм.
Вес готов. На помост приглашается участник номер один Кабан Вячеслав для заключительного подхода. Подъем неудачный. Спортсмен заканчивает рывок с результатом 35 килограмм. Установить 40 килограмм. К этому весу первым подойдет участник под номером 6 Жижикин Максим. Готовится участник под номером 2 Гомгин Григорий. Вес готов. На помост приглашается участник под номером 6 Жижикин Максим. Для второго подхода спортсмен заявляет 45 килограмм. Вес штанги тот же, на помост для завершительного подхода приглашается участник под номером 2 Гурбин Григорий. Со всей стопы выпрямить полностью ноги вверх. Не мешайте лететь. Спину прогнул. Держать! Подъем неудачный. Спортсмен заканчивает рывок с результатом 37 килограмм. Вес готов. На помост приглашается участник под номером 5 Чистяков Семен. Подъем неудачный. Для второго подхода на помост приглашается участник под номером 6 Жижикин Максим. Вес засчитан. Для второго подхода на помост приглашается участник под номером 5 Чистяков Семен. Вес засчитан. Вес готов. На помост приглашается участник под номером 3 Никифоров Сергей. Готовится Максим Денис. Вес засчитан. На помост приглашается участник под номером 4 Максим Денис. Для второго подхода спортсмен заявляет 55 килограммов. Вес штанги тот же. На помост приглашается участник под номером 8 Богнев Данила. Защита. На помост приглашается участник под номером 6 Жижикин Максим. Вес защита. Спортсмен справляется с подходом и заканчивает рывок с результатом 50 килограмм. Для заключительного подхода на помост приглашается участник под номером 5 Чистяков Семен. Подъем неудачный. Спортсмен заканчивает рывок с результатом 45 килограмм.
Въезд готов, на помост приглашается участник под номером 3 Никифоров Сергей. Для заключительного подхода спортсмен заявляет 55 килограммов. Для второго подхода на помост приглашается участник под номером 4 Максимов Денис. Главный съем из пяточек. Вот. Ножками толкайся. Держи, держи. Держи, Денис. Защита. На помост приглашается участник под номером 8 Бобнев Данила. Готовится номер 3 Никифоров Сергей. Защита. Для заключительного подхода спортсмен заявляет 60 килограммов. Для заключительного подхода на помост приглашается участник под номером 3 Никифоров Сергей. Подъем неудачный. Спортсмен заканчивает рывок с результатом 53 килограмма. Въезд готов, на помост приглашается участник под номером 4 Максимов Денис. Держи, Денис, держи. Въезд защита. Спортсмен заканчивает рывок с результатом 58 килограмм. Въезд готов, на помост приглашается Бобнев Данила. Въезд защита. Спортсмен заканчивает рывок с результатом 60 килограмм. Въезд готов, на помост приглашается участник под номером 9 Бабаян Артур. Под номером 9 Бабаян Артур. Вес установлен. На помост приглашается участник под номером 9 Бабаян Артур. Спортсмен блестяще справляется с попыткой и заканчивает рывок с результатом 86 килограммов.